кто спал с родными или сводными братом, сестрой? Как это произошло и как повлияло на ваши отношения? Много лет назад, когда мне было 23, я женился на очень классной, красивой девушке. Она была вдовой. У нее была взрослая рыжая дочь. Мой отец втюрился в нее, и вскоре они тоже поженились. Таким образом, мой отец стал моим зятем, и это реально перевернуло мне жизнь, так как теперь моя дочь стала мне матерью, потому что она была женой моего отца. Несмотря на то, что произошло радостное событие, и я стал отцом появившегося на свет карапуза, ситуация осложнилась еще сильнее. Мой маленький сын стал Шурином моему отцу, и поэтому стал моим дядей, и это еще сильнее меня расстроило. Ведь он мой дядя, но при этом для моей взрослой дочери-мачехи он брат. У жены моего отца родился сын, который стал моим внуком, потому что он был сыном моей дочери. Плюс моя жена мать моей матери, и это расстраивает меня еще сильнее, потому что несмотря на то, что она моя жена, она также мне бабушка. Теперь смотрите, если моя жена является мне бабушкой, то я ее...